позади 5 дней непростой борьбы за звание лучшего. Открытый чемпионат Подмосковья по шахматам подошел к концу. Турнир в любом случае удался. Главное, что все получили удовольствие, получили необходимую практику. Было приятно, что победили воспитанники гимназии Примакова. Мы с ними активно сотрудничаем, активно общаемся, играем в шахматы. Более 100 турниров и множество наград. За шахматной доской Кирилл с 3 лет. На чемпионате занял 2-е место. Говорит, неплохо. Но главные победы все же впереди. Сначала я думал, что у меня равная позиция, а потом нашел, как выиграть. Из девушек сильнее всего сыграла Екатерина Смирнова из Балашихи. Победа оказалась легкой. Хотя за 1-е место боролись сразу 3 шахматистки. Теперь ее ждет суперфинал Московской области с нормами международного мастера и гроссмейстера. В следующем году будет суперфинал этого турнира в Московской области. Там, возможно, выполнит норму. Я буду стараться готовиться. Хорошо, что я туда добралась. Увлекательно и напряженно так оценили чемпионат спортсмены. А их было больше 1000. Планов у Федерации шахмат региона много. Впереди первенство Московской области по блицу, серии детских турниров и Кубок губернатора. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».